Выход на самостоятельность. Сургутские финансисты фиксируют отрицательную динамику поступлений межбюджетных трансфертов в городскую казну. Так, по итогам 2017-го приток денег из вышестоящих органов власти сократился на треть. В абсолютных цифрах этот показатель потерял примерно 1 000 000 000 рублей. Во многом это связано с тем, что сейчас все межбюджетные субсидии целевые и зачастую проектные. Это означает, что в Сургуте просто стали реализовывать меньше проектов окружного значения. Хотя есть и другая причина. Как отмечают специалисты Департамента финансов, с годами доля софинансирования региональных властей в общих программах становится меньше. За 2016 год мы получили окружных субсидий, но здесь не полностью это инвестиционная составляющая, здесь есть и некоторые другие субсидии. Ну вот 2800, да, за 2017 год мы получили 1 700 000 000. В плане на 2018 год объем межбюджетных трансфертов, то есть субсидий, да, из окружного бюджета и федерального, 417 миллионов на данный момент. То есть не очень большая сумма, но год только начался. Посмотрим, в течение года, как правило, округ выделяет дополнительные средства –